Личность, оставившая после себя больше вопросов, чем ответов. В одной комнате у него был рабочий кабинет, а в другой он спал. Человек, открывший миру электричество. Это была первая станция переменного тока в мире. Безумец, уничтоживший свои изобретения. К концу жизни он мало тронулся умом. Мечтатель, познавший мощь энергии света. Следует отметить, что он был человеком общительным. Ученый, подаривший человечеству будущее. У него были плохие адвокаты. Гений, ставший символом 21 века. Я докажу всему миру, что передача энергии возможна. И это факт. Никола Тесла на телеканале «Ретро».